Уважаемые товарищи, сегодня исполняется 3 года с момента нападения грузинской армии на Южную Осетию. Тогда были убиты сотни людей, а тысячи подверглись смертельной опасности. На пути агрессора тогда встали российские миротворцы, среди которых были и ваши товарищи. И в те очень сложные, драматические дни они с честью выполнили свой долг. Причем часть из них ценой собственной жизни. И сегодня вашей бригаде вручается высокая государственная награда «Орден Жукова». К воинам спецназа всегда предъявлялись особые повышенные требования. Здесь нужна не только боевая выучка, но и умение принимать правильные, адекватные решения в очень сложной ситуации, самоотверженно выполнять задания в кратчайшие сроки. Поэтому спецназ по праву является элитой вооруженных сил. И еще достаточно короткая, но яркая история вашей бригады является тому лучшим подтверждением. Вы готовили и проводили сложнейшие боевые операции на Северном Кавказе и в Южной Осетии. Сегодня все вы успешно осваиваете современные методы боевой и специальной подготовки, новую технику, новые вооружения. Не сомневаюсь, что вы и впредь будете преданно служить интересам нашей Родины, Российской Федерации, защищать безопасность наших граждан. Предлагаю приступить к церемонии награждения. Знаменчик, ко мне! Указом президента Российской Федерации за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом личным составом мужество и героизм 10-я отдельная бригада специального назначения Министерства обороны Российской Федерации награждена орденом Жукова. Уважаемые товарищи разведчики, поздравляю вас с вручением бригаде ордена Жукова.